Увлекательные тренировки под зажигательную музыку без ограничений по возрасту и уровню подготовки стали уже доброй летней традицией в Парке Победы. Спортивная аэробика, танцевальный спорт, буги-вуги, брейк-данс, эстетическая гимнастика и акробатический рок-н-ролл. Широкий выбор направлений дает возможность попробовать все и выбрать занятия по душе. В проекте принимают участие, как правило, около 100-120 детей за день. А количество онлайн-просмотров, все наши уроки ретранслируем в нашей социальной сети, и до 5000 просмотров возникает. Поэтому вывод один. Севастополю этот проект нравится, ребятам нравится. Многие участвуют во всех занятиях. Но главной целью видим то, чтобы эти занятия были систематичными. Привлечь детей к регулярным занятиям физической культуры в клубах и секциях – одна из целей проекта «Уроки в парках», поддержанного городским управлением по делам молодежи и спорта. Некоторые ребята не пропустили ни одной тренировки и теперь могут похвастаться заметными успехами. Анатолий все лето занимался брейк-дансом, рок-н-роллом и буги-вуги и увлеченно рассказывает о своих достижениях и планах на будущее. Стоять на руках и по брейк-дансу, делать кикстепы, хоп-точки. Я хочу в сентябре начать заниматься брейк-дансом, рок-н-роллом и буги-вуги. В программе показательное выступление юных гимнасток, как мотивация, чему можно научиться в перспективе. За внешней легкостью и изяществом спортсменок – годы усердных тренировок. 11-летняя Вероника уже имеет немалый опыт в эстетической гимнастике. Уроки в парках позволили ей не только отточить танцевальные па, но и попробовать себя в роли наставника. Учим детей и показываем наши разминки на гимнастике. Всегда волнительно, но когда уже на сцене, ты понимаешь, что все хорошо, и ты даешь пример младшему поколению, то ты чувствуешь себя такой, уже как тренершей будущей. Это достаточно молодой вид спорта, не все о нем знают. Достаточно лояльный вид спорта, не такой травмоопасный, как, например, художественная гимнастика. И я думаю, что девочкам все-таки здорово заниматься гимнастикой. Это грация, осанка, это походка, это красота. Занятие продолжает мастер-класс по акробатическому рок-н-роллу от Николая и Софии. Организаторы уроков в парках уверены, даже если какой-то элемент получится не сразу, главное не бояться ошибок, а идти навстречу своей мечте. И тогда самые сложные упражнения удастся выполнить так же непринужденно, как и профессиональным спортсменам. Уроки в парках в Севастополе планируют возобновить следующим летом. Полина Галушко, Денис Александрович, Севинформбюро.